Недавно в Славянске на Кубани открылся еще один социально значимый объект, появление которого ждали многие владельцы собственных приусадебных участков. Тему продолжат наши корреспонденты. В течение нескольких лет площадка на пересечении улиц Пушкина и Лермонтова была местом несанкционированной торговли, куда жители ближайших домов выносили продавать выращенную продукцию на своем огороде. Благодаря новому закону об организации социальных рядов, взаимодействию районной власти с местными предпринимателями удалось упорядочить уличную торговлю, придать ей цивилизованный вид. Большую помощь в организации новых торговых рядов оказал предприниматель Сергей Моисеев, чей магазин «Два поэта» находится совсем близко. Сегодня на нашей улице праздник. Посмотрите на красочно оформленный наш овощной рынок. Посмотрите на радостные лица этих матерей, наших матерей, этих пенсионеров, которые вырастили урожай на своих грядках и теперь продают его на вновь изготовленном рынке. Новый торговый ряд появился на пересечении улиц Пушкина и Лермонтова. Жители этих улиц очень довольны. Теперь нет необходимости ехать на центральный рынок, продавать выращенные на собственных участках овощи и фрукты. Ну, немножко бы выходили, иногда торговали. Вот. Было такое пожелание, чтобы открыли для нас, для пенсионеров. Я бабушка, и прабабушка, и другие бабушки. Что-то свое выносим лишнее. Ну, а также люди очень благодарны нам. Многие подходят, пожелания нам говорят, что как хорошо, что мы все так вот, что нам организовали этот рынок. Большое спасибо. Мы очень рады, что нам здесь сделали рынок, потому что излишки у нас небольшие. А на рынок туда идти с маленьким товаром, когда товара мало, там, во-первых, негде стать, это одно. А во-вторых, там такие деньги тоже берут. Все очень, что продашь, в общем, то его не вернешь. Поэтому мы очень благодарны. Теперь свежими фруктами и овощами будут обеспечены все жители ближайших домов. Славянцы надеются, что это не единственные социальные ряды, открытые в нашем районе. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События».